Итак, здравствуйте, мои зрители. Сегодня с вами клан Black Wolf и его глава. Сегодня я расскажу и покажу, как проводить набор в клан. Но поскольку на сейчас так рано нету никого на ХРке, кто играет, зайду я на стадион. Ну вот тут особо тоже так немного людей. Главное для набора в клан — это узнать, как человек играет, и его корпус и рельсу. Понятное дело, надо будет его проверить точно так же. Ну и все остальное. Вот я, например, меня, конечно, тяжело выиграть на ХР. Хоть у меня даже и первая рельса. Максимум, кто мне может сейчас выиграть в моем клане, это мой заместитель. Ну а так, все, что имеем, то имеем. Всякие дары и все остальное. И при наборе в клан надо узнать, сколько человеку лет. Ну вот, у меня набор с 13. О, что-то подождало. Ладно. С 13 лет моему заму 13. Ну и он тоже иногда бывает проводит наборы в клан. Но не так часто. Кому, кто заинтересовался и хочет вступить в мой клан, в описании будет ссылка на ветку клана и также мой скайп. Так, что нам еще надо? И когда вы будете играть КВ или ТКВ, надо забивать точное время и карту. Первую карту выбирает тот человек, который забил другому клану ТКВ. То есть, припустим, я уже не раз был на ТКВ, поэтому я знаю правила. Ну, вот. И битвы создаются без дропа. Ну, если вы играете КВ, ТКВ. Но это видео особо таким длинным не будет, поскольку сейчас у меня, скажем так, не свободное время нашлось, решил снять видео, потому что давненько уже не выдавал я его. Это решил сделать маленький сюрприз. Снять видео, но короткое, поскольку у меня сейчас тренировка с кланом будет проводиться и все остальное. О, что-то жутко подлагало. Так, ладно, поедем-ка мы на их базу покажем. Если человек какой-то АФК на ТКВ или на КВ, то лучше просто сказать, выйди, типа, поскольку ты занимаешь просто место и ничего не делаешь, там, в скайпе он или нет. Или просто дождаться, пока его кикнет вот это за бездействие. Вот. Практически попал. Ну, с лагами не очень так легко играть. Ну, все равно. Там, ё-моё. Чё-то я кашу сегодня утречком. Ещё не разыгрался. Там, ну, ё-моё. Что ж такое? И надо еще выбирать такие кланы, ну, которые подходит по вашим меркам. То есть, ну, насчет участия ХР или видно. Также можно в клан принимать Васпарель, Хорирель, Викингов и Хантеров. Но смотря какой Васпик. Если Васпик М1, то лучше не принимать. Но все-таки стоит проверить. Вдруг человек нормально играет, ну, потом накачать себя. Можно будет взять его куал, запас. Хорошую релизу дали. Как-то я сейчас не раз найду. Ну, ладно. Что ж. Ну, особо мне так больше нечего рассказать.
как бы такой еще я в бой зашел, не очень хорош макшом, хоть иногда играю с бенусами. Это когда я без лагов. В следующем видео я буду рассказывать, как Vegas Pro сделать свое интро. Или просто скачать с интернета и установить его к своему видео. Ну что ж, с вами был глава клана Black Wolf. Спасибо за просмотр. Всем пока!